Незаконные рекламные щиты и билборды ликвидируют в Таразе. Власти областного центра всерьез взялись за внешний облик города и проводят специальные рейды по выявлению незаконно размещенной наружной рекламы. Участники рейда разделились на три группы. Первая проинспектировала проспект Абая, а также улицы Балуан Шулака и Жбекжолы. Состав второй группы принялся уничтожать незаконную рекламу по улицам Казбек Пи и Айтеке Би. Ну а участники третьей ликвидировали стихийные билборды и вывески по улицам Жамбыла Кушинеец, Патай Батыр. В ходе рейда ответственные специалисты разъяснили предпринимателям, что любая реклама должна размещаться строго в соответствии с требованиями, а тех, кто уже нарушил эти правила, заставили на месте срывать незаконную рекламу. В ходе рейда была проведена работа по очистке и устранению наружной рекламы, которая портит внешний облик города. Вы сами это видели. Сейчас, вследствие несоблюдения норм законодательства о рекламе в Республике Казахстан, 101 реклама устранена, 71 владельцу рекламы выдано предупреждение.